Первые попытки к поднятию и удержанию головы в течение короткого времени маленькие дети делают на втором месяце. И только самостоятельно повернувшись со спины на живот в возрасте 3 месяцев, они держат голову уверенно и любят смотреть из положения лежа на животе по сторонам. И по мере того, как увеличивается разгибательный тонус в туловище и в руках, маленькие дети способны поднимать голову все выше и выше. В возрасте 4 месяцев маленькие деточки начинают качать активно пресс, поднимая головушку из слегка наклоненного положения. И способность удержания головы в положении лежа на спине, ее поднятие, и способность поднятия и удержания головы в положении лежа на животе формирует навык удержания головы в вертикальном положении, так чтобы она не кивала и не падала. О всех особенностях формирования навыка поднятия и удержания головы вы узнаете в уроках движения по методу Фельденкрайза. И также узнаете, что сделать, если ребенок вовремя не начал поднимать голову, чтобы профилактировать сутулость, чтобы профилактировать проблемы в шейном отделе позвоночника и зрения. Присоединяйтесь к урокам движения по методу Фельденкрайза.